Ну вот, последний раз снимаю, как я сделал, ну, как бы, подробное видео по рулевому, как бы, чтобы больше не снимать, один раз подробненько сниму. Короче, как я уже не один раз говорил, вот, здесь стояла лапа на фильтра, вот, откручиваем, и на 4 болта вот это 14 швеллер отрезаем. Делаем такие вот проушины вот сзади. Сейчас вот покажем вот проушины, чтобы регулировалось натяжение ремня. Здесь вот такой вот болт навариваем. И здесь шайба с болтом, чтобы регулировать натяжение ремня. Ремень у вас копейка штатный стоит. Здесь я показывал, стоит от Т40 шкив. Он подходит, но чуть-чуть по диаметру он больше, чем Т25, значит охлаждение будет хуже. Но пока хватает. Есть у нас, если что, вентилятор Т40, там лопасти больше. Если не будет хватать, просто закинем вентилятор от Т40 и все образуется. Вот. Натягиваем, прокидываем шланги на рулевой редуктор. И все у нас работает. Сейчас отключу, покажу. Надо было открутить заранее. Вот. Стоит у нас шкив от Т40 на два ручейка. Этот на генератор. Этот вот таким вот образом ставится на рулевой гидроусилитель. Остальное все штатное. Вот здесь делаем один дополнительный пропил на ремень. И все. Дальше пускаем шланги. Вот стоит рулевой редуктор. Рулевой редуктор от того же Мерседеса 123. Стоит он таким образом, потому что все наоборот. Получается, если тяга снизу, то руль крутишь. Все наоборот. Так что сошка должна быть сверху. Пришлось таким вот образом поставить вниз. Вот идут шланги. Все работает. Все штатно. Укоротили, чуть-чуть подогнули тягу рулевую. Остальное все штатно от УАЗика. Дальше у нас здесь все штатное. Вал. Здесь была резинка, ее выкидываем, ставим жестко на болты, потому что нам резинка не нужен, не нужна, потому что идет вал. А здесь делаем проточку, наш плинт, и дальше уже все пошло от МТЗ. Все крестовины, тяги, все пошло от МТЗ. Сейчас покажу. Здесь стоит карданчик МТЗовский. Вот он. Вот он пошел и выходит на рулевую колонку от МТЗ. Все у нас регулируется. Сейчас покажем. Все регулируется по углу, по наклону. Все полностью регулируется. Так, вроде бы все сказал. Ну, заведу, покажу. Как, трактор давно стоял, не заводил. Холодный еще даже. Так. Передача была включена. Извиняюсь. Вот. Ну вот мы завели. Вот, пожалуйста, гидроусилитель. Стоит ленивец. Все крутится легко. Без всяких проблем. 2,5 оборота или сколько, так считаем, 1, 2 и даже половины нет оборота, получается. Вот. В принципе, по рулевому все очень просто, все крутится, все работает без каких-либо переделок. Вот стоит насос, вот он крутится. Работа. Так что это повторить нетрудно.
может каждый повторить и переделать. Особенно у кого стоит от Т25 движок. Ну, соответственно, вот сюда переехал фильтр. Здесь фильтр урбоочистки пока отключен, потому что кольцо надо купить. Пропускает, завоздушивает за ночь. Вот, в принципе, все. Если какие-то есть вопросы, задавайте, спрашивайте.